Друзья мои, вот я в Кракове снова на шопинге. Смотрите, какая распродажа сумочек Кельвина Кляйна. Просто класс. Не только Кельвин Кляйн здесь, но мне очень понравилось. 179 злотых. Класс. Вот такой вот бочоночек прикольный. Ну, смотрите. Не знаю, как вам вообще. Так, непонятная здесь цена. Видимо, бесценно. 349. Так, дальше что у нас? Вот такая вот сумка, ну, странноватая несколько, Кельвин Кляйн. Ну, я думаю, что это все не подделки, конечно же. Непонятно, какая цена, 349. Так, что мне понравилось, сейчас говорю вам сразу. Ну, понравилась вот такая вот сумка, не знаю, как-то чем-то. Такая длинноватая, кошелечек, можно телефончик, 259,99. Вот это вот такой же вариант. Дальше ГЭС. Ну, 299,99 это 300. Это прикольно. Что еще здесь? Сейчас посмотрю. Кстати, большие распродажи. Вот ГЭС. Очень понравилось. Это вот вообще просто с кошелечком еще прицепленное. Смотрите. Ну, просто вообще. 400. Ну, 399. Давайте говорить правду. 400. Вот такая вот красненькая сумка. Не знаю. Мне сумки нравятся. Но мне, конечно, их носить некуда. Потому что постоянно с рюкзаком. 429, ну 430. Ну, смотрится здорово вообще. Карл Лагерфельд. Ну, на нем же и изображен, по-моему, на этом. Прикольно, это портфельчики или сумочки. Карл Лагерфельд. А ну, что это у нас такое? Открываем. Ну, интересно, в принципе, такое, да? Что-то есть там? Замочек, мешочек. Сейчас закрою аккуратненько все. Вешаем. Так, что еще хотела вам показать? Вот дальше рюкзачок пошли, Кельвин Кляйн. Что у нас здесь? 599, а распродажа где? Непонятно. Вот такая вот сумочка. Ой, какая она красивая. Серьезно, мне нравится. 649. Дальше мне такие бумбоксики понравились. Сначала посмотрела, потом уставшая, но решила видео все-таки вам снять. Сейчас здесь цена была. Цена была 199,99, 200, то есть такие бумбоксики, боксики. Вот этот классный, конечно, коралловый цвет. Классная сумочка. Стоит 200 злотых. Так, что-то еще, потому что я обошла. О, вот такой рюкзачок. Вот, вообще, посмотрите. Я так думаю, что он кожаный. Поднимаешь, он не тяжелый. И стоимость 400. Ну, 399, но... 400, очень классно. Что еще сейчас покажу вам, еще Майкл Корс мне понравился в сумочке, но там вообще что-то такое за 1000, хотя в принципе, ну, наверное, не может стоить дешево. Уже переходим к Майклу Корсу. Ну, вот смотрите, какая сумочка. Не это мне понравилось, это 649, это еще такая адекватная цена, да? Такая вот мне понравились. Вот висит одна и вторая. Вот это вот вообще шикардосный Майкл Корс. Вообще, такое, посмотрите. Прям на нем еще такое, еще одна система и вторая. Да, вот здесь вот висит алярм. И здесь алярм. Ну, наверное, конечно, стоит ее оберегать. 1099. Смотрите на эту сумочку. Это просто какое-то искусство. Дальше покажу вот эту вот, которая мне понравилась. Опа, что-то я уронила. Ой-ой-ой. 1099. Ну, как раз на полу лучше рассмотрим. Корс, корс, корс. Везде корс. Почему она упала, непонятно. Давайте повесим назад, чтобы меня отсюда не выгнали. Вот мне вот нравится, конечно, эта сумочка. Ай, давайте ее положим и посмотрим. Вот. Красивая. Красивая сумочка. Что внутри, кроме бумажки, у нас есть? Ну, всякие вот такие штучечки для визиток, для денежек. Это правильно. Это правильно. Так и должно быть. А ну что, вот такое маленькая визитница или кошелечек. Прям как на подарок кому-то. Что у нас с таким подарком? 400. 399,99. Это 400 будет. И дальше кошелечек вот такой. Ну как, барсеточка. Которую под ручку взял, пошел гулять Краковом. 749. Ёлки-палки, не дешево. Валентина. Сумочка Валентина, кстати, доступная. 280, скажем так. Ну, честно, она выглядит как-то... Блин, ну я не знаю, как подделочная, что ли. Ну, так себе. А вот еще Майкл Корс. Вот это вот, оно уже просто, знаете, издалека.
Просто издалека просто вижу, мне хочется бежать ее смотреть. 529. Такой курс. И есть вот такой курс. 649. А мне, кстати, темный больше нравится. А, подождите, это вообще разные модели. Разные модели. 649 и еще раз 529. Ну, вот смотрится, знаете, красиво, дорого. И 1499. Вот такой вот Майкл Корс. Давайте обойду. О, Наташу нашла. Наташа, слушай, здесь сумочки просто мне вообще понравились. О, Майкл Корс и Кельвин Кляйн. Магазин очень классный. Здесь распродажи просто и Ральф Лорен, и все, что хочешь. Нет, ну все, тут, ну, джинсы. Посмотри, Корс какой, ну, слушай, ну, мне вообще нравится. Ну, мне просто нравится, я не знаю. О, Господи, 1979. Это же даже не кожа. Это не кожа? Нет, мне кажется, это кожа. А вот это, посмотрите на эти цвета просто. Знаете, он розовый, не знаю, как он вам передает. И, кстати, стоит прилично, 1099, как та вот большая сумочка. Ну, за фирму, да, как бы, хочешь носить Корса, давай, 979. Ну, вот такая вот, да, простите, ну, маленькая. Тебя, да, ну, покажи Наташиного Тиоли, видео будет в описании, сумочка классная. Уже сколько она прошла? Пользуется довольно. Да, вот это вот, посмотри, цвет какой, оливо-салатовый. И не испытываю удовольствие от марки именно то, что там. Ну, 1099, а я испытываю, знаешь, и мне нравится. Знаешь, что мне нравится? Женщины приходят разные. 1099. Слышишь, и меряют вечерние наряды. Прекрасно. 649. Класс. Ну я же не буду снимать вечерние наряды, как они меряют. 1499. Мне не нравится, что оно мигатит. Честно, вот это вот. Давайте отойдем отсюда, потому что это. Не контент, это так себе. Так, что у нас здесь? Красно-малиновая. 779. Угу. И вот такая вот 679. Ну, сумочка симпатичная. Взял в ручку и пошел. А я набила рюкзак, напихала туда воды, всего остального и пошла. Тоже классная. 649, 649. Это вот такая коллекция миленькая. Что у нас с кошелечками? Майкл Корс. Какие-то как спортивный какой-то кошелечек. Класс. 400. И этот сколько? Ну, тоже такой цвет интересный. Тоже, наверное, 400, я так думаю. Что у нас здесь? Да, 400. Прям так застегнуто все жестко. Ой, вот такая вот Майкл Корс. 1909. Небольшая, на самом деле. Как я называю, боксик, бумбоксик. Вот. Ну, что еще? Вот еще здесь. Ну, прям отделение Майкл Корс. Ну, мне оно и в Эмиратах нравится. Иногда даже в Brand for Less можно найти, но стоит все равно очень-очень дорого. 1099. 749. Рюкзачок. Ой, рюкзачок Майкл Корс. Ну, не мечта всей жизни, но прикольно. 1499. Что-то прилично. Что-то прилично стоит. Вот, людей уже много, людей подходит. Дальше пояса всякие, и Гэс есть, и Ральф Лорен. Даже не знаю, почем что-то тут цены. Вообще как-то забывают писать. Вот этот красивый, кстати. Угу. Угу, красивый, красивый. Что это такое? Непонятное какое-то. 499,99. Вот фирма какая-то. Такая. Так, народ, что-то я... Туплю, объясните мне фирму Ральф Лорен это. Или что? Нет, вот Ральф Лорен. Спокойно, вот же он. РЛ. А Ральф почему у нас? Ральф у нас пояс по 329. А, это ГЭС фирма. Да? Это ГЭС. Такая фирма, это ГЭС. Ну, блин, не опознаю значки еще хорошо. Вот. И вот ГЭС тоже лежит здесь. Вот это вот мне нравится. Вот просто оно вот. Классно. Чуть двое. И кошелек, и вот такая штучка, да, и связана с собой. Прям двойная косметичка. 549. Ну вот. И сзади что-то такое в клеточку. Просвечивальное. С еще какой-то штучечкой. А, вот такое оно стоит 599. Ну вот, в принципе, все, что мне из ГЭС понравилось. Ну, Майкл Корс, конечно, вообще очень, очень сильно зашел. Ну, вот такой цветастый. 549. Ничего так. Вот. Ну, магазин нравится, конечно. Цены, если подкопить зарплаты, можно даже сказать, не кусаются. Но на самом деле, конечно, дофига. 349 Валентина. Вот такая бомбочка интересная. Почем у нас она? 429.
Так что находится он на последнем верхнем этаже. Галерея Краков. Прикольный магазин. Куча всего. Бренды. Приходите, смотрите. Все, всем пока.